Вот такой рэпер есть. Lil Baby. Или он Da Baby. Не помню. С какого фильма? Там, по-моему, Доктор Хаус. Это с которой этот... Сериал Доктор Хаус. Я такой есть. Охуеть. Каких только бэбиков нету, слушай, да, получается, и все реперы. Такие маленькие, а уже все реперы. Так, пошли дальше ее выиграть. Теперь моя дверь остается. Ну, в принципе, я открыл то, что надо было открыть. Я открыл Маскару, Атама, Даггер. Типа я все, что надо, все сделал. Диля не пришел, ну Диля... Диля урод, что сделаешь... Чего не сделаешь? Может, потом придет. Мать зверя. Надо синее хп. Ау. Ладно. Не очень-то я хотел ваш перфекшн я находить. Блять, свет моргнул, сука, не надо нахуй. Тут еще и проплодис нахуй, не надо мне свет вырубать, пожалуйста. Тут старт хороший. Давайте будем жить. Давайте жить. Давайте мне стрим хоть сегодня закончить нормально. О, это, по-моему, новый анлок, да? Это, по-моему, за Тейуда анлок. Твоя душа. А, надо было его. Ладно. Бомба есть, пофиг. Да нет, можно, просто бывает ран удаляется, в общем, проблема. У меня было, что у меня ран как-то удалился. У меня файл просто закарапился нахуй после вылета игры. Поэтому лучше, чтобы игра все же не вылетала. У меня было на стыке, который я слил. Последний. Там было такое, просто corrupted файл выдало. На файле, думаю, это просто будет рестарт файл, скорее всего, если будет такая хуйня, потому что я там потеряю весь прогресс за день, скорее всего. Все же, типа, я открыл, все будет потеряно. Поэтому это очень нежелательный исход. Очень нежелательный. Я могу делать бэкапы файлами, так лень каждый раз, типа, делать бэкап файла после каждого рана. Ctrl-C, Ctrl-V делать. Хотя, может, реально стоит того, чтобы хоть, типа, один забег потерять, а не нахуй весь файл. Опять же, не весь файл, типа, ну, за стрим, потому что игра, типа, раз в день бэкап делает сама. Там, бэкапы раз в день игра сама делает всегда. Как бы, все не потеряешь, но часть можно просрать. Не очень приятно. Паркуис нож. Ну, возможно, еще пойду по дьяволам. Ни на мать, ни на зверя мне ангел не нужен. Так что, может быть. Тринка есть, но я ее, скорее, сейчас завязаю. Тринку. Могу пойти на мать. В принципе. Могу пойти на мать. Вообще, думаю, да, я на мать пойду на этом забеге, что он очень сильный с виду. На зверя мне чуть меньше обычно надо. Тоже очень приятный старт. Да, я знаю, можно, конечно. Посмотрю, типа, ну это такое редкое... события, что как бы об этом просто особо не паришься. Это прям очень шанс маленький, что у тебя такое произойдет. У меня за 4 года или сколько? Ну, репа 3 года уже идет. У меня такое было, по-моему, 2 раза. И причем у меня раз был, когда просто был тейден поломан. Там любой краш на тейдене просто типа файл корявил. Это типа было у всех почти. И типа это было вот сейчас один раз за 3 года с лишним. Очень маленький шанс, что такое реально с тобой произойдет.
Ну и тем более мы тут все-таки больше про чил, поэтому. А это уже нихуя не чильно, все же. И, кстати, я долбоеб. Я еще нихуя не пойду на зверя. Ой, на мать не пойду, потому что у меня нет ключа. Так что забей. Шипы, конечно, я хорошо потрогал. Красиво. Но это на удачу, я думаю. Это просто то самое иглоукалывание. Чилим, ну вроде да, блять, красный уебан не дает чилить, подожди. Может быть уже не чилим. Окей, теперь чилим. Еще какое-то ебало у Евы сложное. Очень сложное. Могу одну этому рому пропустить. А, бля. Не хочу взрывать автомат. Но я хочу опции. Блять, шипы нахуй аккуратно. Скорость чудовищно большая. Это Ева капец вечно быстрая. Особенно с вхор-то активированной. Просто, блядь, спиди-гонщик нахуй. О, я возьму опцию, окей. Да, там все с бомбой попрошайки. Это спешл рума такая. Уникальная комната. Удачи. Теперь просто хочу ли вообще теперь скипать этому руму, если у меня уже опции есть. Да, не хочу. Да, мне похуй на эти планетарии ваши. Думаю, того не стоит тогда. Сразу возьму. Вот так муха. Ну, муха и муха. Ладно, пусть будет муха. Как мне здесь? Что, блять? Это ж говна. Фора не активирована. Чё я жду? На боссе активирую с птичкой вместе. Птичка в атаку полетит. Будет совместная работа. Синяя? Есть синяя. О! О! Так. Как выгоднее сделать? По-моему, примерно один член. Хотя нет, так теряю синяя. Да, я так мог синяя ставить. Хуйню сделал! Можно было сделать лучше. Ну и похуй. Шли еще вон в Кёрсу сходим. Получается невыгодно. Сейчас по-любому пойду по шипам. Я справился. Что здесь? Ладно. Котина. Все же не избежал смерти. Да ладно. Блин, тупо я проебал, конечно, синяя. Да бойся уже синяя оставить. Хопа. Сейчас по-любому сделку скипну из-за этого. Ну, на зверя это хорошая заявка. С кошкой умирать почти невозможно. На зверя. Конечно, жизни останутся до зверя. Нахуй? Ладно. Все, денег нет. Окей, деньги есть.
Деньги появились. Опять бомбовые. Чего их так много? Охренеть. Сколько их много. Два этажа подряд одни. Бомбовые. Бомжары. Ключ. Не ключ. Темперанс. Ключ. А... Ну ладно. О, окей. Блять, ну и говнище. Чё это нахуй за это мы? Чё это за опция? Чё так всё плохо-то? Видимо, игра мне уже дала один хороший забег на Еве. Который, правда, не пошел из-за эпикака. Третья бомбина за день, да? Пошел нахуй. Пошел нахуй, блядь. Что вы эти долбоебские, блядь? А. Кстати, тринкета нет, да? Кстати, да. Нет тринкета. А это про это я забыл. Мне еще нужен тринкет. Я его не скипал, никакой тринкет, я не помню. Я ж нихуя не оставил. Или я сейчас пойду вниз, а вниз там параша открывается. Не хочу парашу открывать рано так. Нужен тринкет. А, да, там был тринкет. Окей. Это было в кейвсах первых. Ладно. Дай бог там, правда, будет тринкет. Если что. Ёпта. 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 Мы в мире говна. И пинов. Сука, сделки нету. Блядь, какая хуйня. Вот старт был прикольный, что-то... Чем дальше, тем что-то хуже. Что-то все грустнее и грустнее дальше. Нужен, потому что мне надо на зверя идти в этом забеге. Я вроде на зверя пошел здесь. Удач. Тренкет. Ладно. Перестрахуюсь, и вдруг все же забуду. Так. Ладно. Пошло хорошо. Тоже вариант. Ебать. Вот это, конечно, эпик. Вот это, конечно, у нас мощные опсы, честно говоря. Уже три подряд этом румы с опсами жесткие. Минус 7 хв, просто так считаю. Кстати, можно было по-другому это сделать. Я мог за синее пойти, и было бы нормально. И было бы, может, получше. Блайнд. Ну это можно скипать, ладно. Там можно с одной этом руму скипнуть. Гитмен. Кстати, ключи от блока. О, это хорошо. Это хорошо. Где бы только это аккуратно активировать, чтобы сделку не потерять. Хотя, а нахуй мне сделка? Ну хотя не, она все равно мне нужна, по идее. Ладно. Один хер нужна. Что бы там ни было. Кёрстай. Пандора.
Блин, Пандора мне в киевсах даст синий хп и айтем, но я что-то как будто хочу глаз с собой тащить, у меня DPS даст хоть маленько. Там как-то оно работает. Уменьшаемся. А, кстати, я же прокнул хуйню. Ладно, заберу хотя бы так. Тоже пойдет. Хорошо. Если я буду на синих, то это будет выгодно. Тогда я могу в кроватке поспать и 3 синих получить. Привет, Соломанс. О, а тебя я могу с неполородом пофармить. Это можно сделать. Не был такой баг, что ты на одном хп берешь сделку, сразу умираешь, не успеешь подобрать хп. Нет, такого у меня не было. Такого у меня точно не было. Это первый тирозап за весь забег. Охуеть. Кстати, это хорошо. У меня еще что спидап. Это хорошо на протозис. Нормально. Это приятно этом. Тебя можно не взорвать. Ну, уже стало получше. Синяя хп. Аккуратно. Красная муха. Господи. Этот лоб не дали почесать. Ага. Так это берем. А. Он. А, да. Еще одна черная хп, окей. Муха троллит, капец. Хотя уголь вроде хорошо, да, это работает. То есть он маленько его улучшает, по-моему. Как-то вроде но маленько его улучшает. Хотя вроде могут это сделать. Да, я могу это сделать. Ну-ка. Дети, вы это видели? Вы это видели? Как он это сделал? Прошел по шипам. Обалдеть. Магия. Привет, Эдикью. Опа. Там, по-моему, как раз с двумя, по-моему, уменьшениями это можно делать. Тут у меня два уменьшения? А, да, я наел эти таблетки на уменьшение, наверное. Раз две, наверное, и съел. Как раз оно. Может, с одним, по-моему, с одним сложно. По-моему. Ну, возможно, и с одним. Не помню, по-моему, с двумя просто проще это делать. А. Ну, типа, ну, ну ладно, пошло. Ладно. Обратно отобрали терзу. Ладно, одну этому руму скипнем. Пусть будет. Деньги максимальные. Офигеть. Ранка же смешной. Тупо нашел проптодис и больше нихера не нашел опять. Особо. Yeah, it's okay, Mikuru, you can chat in English in this chat. It is not forbidden. Кашка. Тринкус еще не до конца затыкал. Мне кажется, я ее уже и не активирую до конца, наверное. Я же хп не слил. Красные. Автомат, а он будет? А будет ли он? Вопрос.
Маппинг. А, ну правда, я это потеряю в хору. Это не может быть не лучшая идея. Окей. Да в смысле? Как у меня задел? Так, магазин и, конечно же... А, ну, кстати, листок — это хорошо, наверное. Вторая СН-карта. Это усилит всадников. Long button can help you, Mercury. Sleeping is important. Коробку я еще в один не трогал. А где-то были рестоки? Я не помню. По-моему, не было рестоков. Ну, правда, может, я их пропустил? С другой стороны. Но... Мех? Ладно, думаю, вряд ли это... Ёб твою мать. Ой, блядь, какой копиум. Какой копиум. Ну, ну погнали, давай. Пошли с диплопии. Ладно. Ну, полагаю, не было планетария. Я не думаю, что он там еще мог зарыться. Big Duck, the appointment for my eyes later today, so I need to sleep. Holy shit. Hope it will go well for you then. Не был же. Я знаю, так я и не пошел, чтобы blind item не видеть. Чтоб сразу оба айтема уже увидеть здесь. Я ж на беста. Все равно иду. Охуеть. Классно. Так, это можно взять. Господи. Всадники. Давайте. Работайте, всадники. Типа самонаводка мне вроде не нужна. Да ведь? Вроде нет. А нахуя ее дуплить? Чё она мне даст? Да нет, самонаводка, нахуя мне на порту есть самонаводка? Чё она мне сделает? Дуплить и не хп одно. Блять. Это я еще успею сделать, окей? Я думаю, еще будет возможность. А сколько я скипал в этом руме? Еще одну и все? Типа Депс 2, да, я скипал, наверное, и все. Хотя Депс 1... А, нет, там была ложка, наверное, в Депс 1. Да, там были опции с ебаной ложкой, блядь. Там было три этажа законченных, нахуй, с этими опциями. Видимо, это последний шанс. Типа, блядь. Выбор очевиден. Выбор очевиден. По-моему, выбор был очевиден. Не знаю, как вам, конечно, но... Вроде норм. Крайние меры. Очень крайняя. Здорово, лисенок. Когда у вас будет файл с одной смерти тоже? Когда будем хайпить? Да как ваш дум там поживает? Я так не понял, там турик уже идет или это какая-то хуйня еще, типа? Как еще понимать вашу эту хуйню с думом? И где ее вообще смотреть, если будет турик? Или это просто, типа, каждый играет как хочет, и типа это никак нигде не транслируется? В чем мем? Два мешка, да, они давали бы по две руны. Вроде да. Мешки вроде стакаются.
по-моему, все. Рейд 14 июля на канале DRLA. Окей. Возможно, я это даже и запомню. Сока приз. $1,000,000, надеюсь. $20,000 баунти. Баунти? Стоп, подожди, это очень много баунти. Это фура, что ли, целая за баунти будет? Это ж можно потом ее в магнит перепродать. Нормально. В грузовиках. Кайфово. Только здесь грузчики будут, это в комплект, а там долго это нахуй столько грузить-то. Заебешься столько нахуй снимать их баунти. Ой, бля, аккуратно. Ой, бля, аккуратно. А как? А как? О, блядь. Я смог. Я справился. Там челик, кстати, играет лисенок. Сколько участвует человек? Полагаю, не очень много, наверное. И какой формат, кстати? Как там сетка будет? Уже двое дропнуло. Как всегда. Типикал турик. Я помню, Деста турнир какой-то хотел сделать, по-моему, на четверых, и из него ушел Сайбер, и там осталось три, по-моему, челика турик, или вообще два, не помню, три. Типа турики, где мало человек, это очень сложно. Потому что там уходит пара человек, а там вообще, считай, турика просто нету, когда их мало остается. О, тут был сундук, оказалось. Смешно. Ура, ХП! Может быть, мы живем. Ну, кстати, наверное, может быть и да. Подвал? Бля, там... Да я ебал, я не пойду нахуй, там большая рума мерзкая. В этом подвале говно будет. Я прям уверен. Я не пойду. Ухуй. Я уже билд-то так бешеный. И так уже билд уже просто сумасшедший. Куда еще усиливаться? У меня вон даже молнии есть. Даже без сирены. €5, что будет имба. Ладно, пошли посмотрим. За 5 евро можно сходить, наверное. Это очень огромные деньги. Это не похоже на имбу. Это похоже на шляпу шахтера. Ну, нормально, в принципе, ладно. В принципе, норм. Только это даже после, подожди, она абсолютно бесполезна, подожди. Я уже и так дошел. Я уже вообще дошел. Подожди, она вообще ничего не дала. Если кирпич. Да похуй на кирпич. Как будто у нас права есть. Можно и под кирпич ехать. Вставай, заебало. Окей, это сделали. Найс. Полезно.
Так, я говорю, какой будет формат, кстати, Люсё? Типа, чего там будете ранить? Прям всю игру или как? Или как это будет происходить? Бля, нихуя себе, реально забайтил. Спасибо большое за 5 евро, Микс. Дорогая шляпа вышла. Вся игра от начала до конца. 6 чел создан на экране, охуеть. Ебать, это будет больно смотреть. Или 3 по 3 по завершению трех гонок. Самый медленный от каждого скорохода отсеивается, и по двум оставшимся будет берется среднее время. Что-то на умном, короче. Сложно. Новые гифки? Нет, это просто редкий алерт. Но он уже не особо новый. Я давно не менял, по-моему, донат. Наверное, самое новое это где вот доброе утро, блять, наверное. Это было самое новое. Yeah, knife is bigger than me. I had like 3 or 4 size downs in this round. It's like... Pluto, I guess. Like similar to Pluto. Actually, maybe it is Pluto. I don't know. Maybe one less than Pluto. Right now. За полтора часа управиться хотя бы. Ты ж неплохо полтора часа, нет? Там же вроде у тебя было написано VR 50 минут. Или мне это приснилось? Что там VR 50 минут? Как будто полтора часа это нихуя не просто. Если там VR 50 минут, если он типа нормальный. 55 минут. Ну типа я говорю, что полтора это нихуя, по-моему, нелегко, нет? Или там не так много рандома? Там же поди рандома пиздец много, наверное, все эти, блядь, фишки. Типа для новичка, мне кажется, это очень хороший будет, надо типа трай за полтора часа, если играть стабильно. Ну да, там типа много всяких фишек, да, по управлению. Что я стоял там пиздец, мне кажется, это очень душно в плане мувмента. Но может быть. Слышь, какая фистулоидная хуйня, ты чё? Я чё, билд, что ли, хуйня, подожди? Я думал, у меня охуенный билд, не билд, хуйня получается. Я походу ошибся, у меня чё, билда нет. Ладно, я сейчас, по идее, лосибот тоже должен быть максимальный. Нормально. А, у меня базовые тиры, в принципе, ладно. Может, из-за этого. Терзы вообще нету. Да, привет, паразит. Все именно так. Это Куплинов и Майнкрафт. Все так. Ты пришел по адресу, парень. Этот, наоборот, сдох быстро. Вообще непонятно. Рейсу хотя бы час 20 пробить. Я там сейчас было же час 20 чем-то уже, да? По-моему. Час 25? Или больше было, подожди. Не помню. Так и дал. А час 26, окей. Это прям уже типа ран был хороший, или так? Типа по твоим меркам. На текущий момент. Вроде норм. Тогда, может, сложно было еще 6 минут отыграть, если уже был хороший ран. Типа там за счет чего отыгрывать. Чтобы понимать, типа за счет чего можно отыгрывать время, в принципе. Может, какие-то еще фишки, типа, не все делаешь, и может, что-нибудь еще сделать научишься пока. На этом этапе. Кстати, я думаю, это нормальная тема. Жри меня. Давай. Нихера не вижу щит. А, окей. Ну, как раз закончился. Идеально. Просто идеально. Ну-ка, дверь есть. Теперь на мать.
Крэки Торба. Вообще она, по идее, не особо-то нужна на файле без рестарта. Но в принципе, Торба все равно может быть полезна. Она мега сайна, по-моему, открывает, правильно. Мегача открывает, биста открывает. Нормальная тема так-то, все равно. Так что можно, в принципе, и на таком файле тоже Урборан открывать. Thanks for the gym. Спасибо за ГГ. Куда был щит? Я нажал Алгис. У меня была Алгис у нас с собой. I didn't know Beast had such weird hitbox. Oh, you don't know how weird it is. You can actually fly over the Beast fight and damage him. You can literally like stay on the right, on the upright corner of the fight and not get hit. The only problem, you will get hit by fucking rocks, so it's annoying. You can just stay like here and just fly over the beast. Never get hit there. If you move type for the opposite direction while he's moving towards you. It's pretty stupid how it works. Так, это уже опять приятный старт. Опять ждем что? Правильно, синий хп, хотя бы одно. И можно будет снова зачилить. Снова можно будет в хору завхорить. Аккуратно. Ё-моё, три паука. Чё так много-то? Телепорт. Телепорт можно оставить для подстраховки. Нет, там не нужно уменьшение размера. Даже на стандартном размере это можно делать. Буквально просто надо стоять в правом верхнем углу. Прям над зверем и двигаться в сторону вправо, пока он движется в сторону тебя постоянно. И он тебя никогда не будет там задевать во время первой фазы. В принципе, даже можно после разворота сделать, но там уже посложнее, там сложно бывает. Без почвы урона перестроиться. Бля! Я застрял! Господи, как всегда. Как обычно. Там были еще меченые? Что-то не помню. Так, вот еще одна синяя есть. Я хочу быстро забрать. В идеале. Окей, я их заберу. Идеально. Вон там был еще меченый, да? Где был еще один меченый? Где-то рядом же был, наверное. Да, что небольшой. А вот он, окей. Да-да-да-да. Спасибо, спасибо. Вхорим, да-да-да. Сейчас будем вхорить. Сейчас будем красивую вхорою. Все. Балдеем. Тут даже выгодно удачу получить, но в принципе пофиг. Тут, в принципе, для паразитоида много удачи не надо. Там, по-моему, 5 удачи надо, или даже 3 удачи, чтобы она была, по-моему, уже максимальная. Там шанс, по-моему, 50, по-моему, максимальный шанс процентов, я не помню. Что-то такое, по-моему. Удача, в принципе, влияет сильно, но она и без удачи хорошо работает все равно. Эта штука паразитоидная. Очень приятно этому. Это будет обед хороший. Tears down. Нет. Это была хуёвая таблетка. В этот раз не угадал все же. Не угадал. Значит, другой раз будет хорошая таблетка. Тут костры хорошие. Костры приятные. Какой можно сделать минимальный дамаг в Айзеке? 0.5. Вроде 0.5 был минимальный дамаг в Айзеке. С ним буквально можно даже, думаю, стартовать, если Соя с хуёвым Эденом проком. И думаю, там и будет 0.5 дамаг, если будет очень мало дэмэджа и Соя. Я, по-моему, такого ни разу не видел, по-моему, именно на старте 0.5 урона. Whoa.
много. Скорости много. Так, ну хп довольно много. Опять напоем по дьяволам сразу. То тир занять, я хочу или нож, или какой-нибудь брим найти. Надо один минус, прим мне удалит паразитоид. Это будет минус. Но вроде не фатальный минус. Привет, монарх. У Евы подкутка на синий хп. Впервые такой слышу. Чего? За счет чего у него подкутка на синий хп? Хотя, возможно, есть. Что за хуйня? Что происходит? Вот. Ну блин, покупать за 3 синих ёбаный Dark Matter — это пиздец, бред. Я не хочу такое делать, это ужасно. Это просто ужасно. А там, типа, ладно, а там заебись. Кстати, недавно её открыли же, как раз. А, спросил, я вопрос не увидел. Не, мне кажется, у Евы нет никаких шансов на синий хп. Мне кажется, ни у кого, кроме Ласа, вообще такого нет ничего. Только типа вот и Ласта на холи карты подкрутка, и больше ни у кого ничего такого нету. Типа, даже я думаю, у Тэмэги нет шанса на красный хп какого-то повышенного. Стоп, реально у нее шанс повышенный, что? Чё? Откуда эта информация? Такое есть на Википедии? Господи. Господи, сейчас бы еще Википедию изучать. Ну типа тринкера, да, есть тринкеты, там понятно. Ты фига тринкета, ну чтобы типа встроенный был шанс у самого типа перса. Такого вообще не помню даже. Забавно. Узнали что-то новое опять, как всегда. Просто нужно Википедию открыть, потому что эту информацию никаким хуем иначе вообще не получить. Чисто опять энциклопедичные знания очередные. Ну, может быть и логично, в принципе. Хотя не знаю, почему именно у Евы синих подкрутка. Чтоб типа в хору проще было активировать. Даже получается имба. Получается Ева имба. В таком случае. Считай, с митрой ходит почти. С микромитрой. Получил ли я поеблу, я не помню. Скорее всего, да. Надеюсь, что нет, но скорее всего, да. Скорее всего, получал. Смогу ли я его убить одной бомбой? Бомба, да. Нет! Скот! Жри. Да, блядь, какого хуя он не умирает? Ладно, пофиг. Где он? Не получал поебал, к сожалению. Ну и ладно. Ой, гэпи-части, господи. Ну давай, это где-то в хору активирует мне постоянно, так что нормально. Это лучше, чем Razor Blade. Однозначно. Пойдет. Рона имба. Ну, у меня нет пока хп красного. А три синих отдавать что-то как-то я не сильно хочу. Мне уж еще больше не будет хп красного за весь этаж. За весь этаж, за весь ран. Не этаж. Сожранные бомбы меньше же дамажат. Сожранные бомбы меньше... Что? Чё? Чё, блядь? Какие сожженные бомбы? А, ты про этого, про босса.
Там, по идее, он с двух бомб умирает. По идее, но там как-то странно эта хуйня работает, что он порой дэмэджа получает меньше. Там, по идее, он с двух бомб умирает, он как пин. Типа жрет эти бомбы, ой, не пин, как чап бомбы жрет. То есть он две бомбы сел и должен, по идее, умирать. Но это происходит не каждый раз. Почему-то, хуй знает, от чего это связано. Может, какие-нибудь там тайминги есть долбоебские. И надо, может, ему позже бомбу давать. Но вообще он на двух бомб как бы дохнет. В среднем. При нормальных условиях. Но не всегда. Урод. Дай. До босса телепорт есть. В принципе, вроде особо не переживаю за свое здоровье. Господи, как убить-то? Как убить-то? А как убить? Пиздец. Охуеть. Нахуй никак не убить. Ёб твою мать, этот тирейд. Какой кал. Как же это ужасно. Господи, три румы с мухами желтыми. Тут что ли все были румы с ними? Просто... хер попадешь. Привет, Макзор. Those flies are the worst we think lost. Yeah. It can be annoying. Шлем. И посмотри. Опа. А, не, бомбы тут, подожди, мало остается. Ну и похуй. Ну и не пойду на мать, пойду туда вниз, видимо. Просто хочу это... шоу-кейс сделать. Видишь? Две бомбы и сдох. А там так не пошло почему-то. Не знаю почему. Может, потому что у него хп было меньше оставалось, может из-за этого. Короче, хуй поймешь. Очень странная система. Вообще, по идее, две бомбы и смерть. Все, он откисает. За две бомбы. Там был, по-моему, паук. Не дали бомбу. Не, вообще, конечно, не хочу идти на самом деле вниз, потому что там говно откроется. Вообще, это было бы не оптимально. Так что все же, надеюсь, я две бомбы еще найду. Найду одну бомбу, ну и одну еще и так найду, наверное. Одна сама найдется, пофиг. При этом эти раз. Без духоты. Но у меня появился новый вентилятор, поэтому да, пока без духоты. Пока вроде он со своей задачей справляется. Так что да. Пока чилим. Если верить Вики, то при достижении 33% ХП получает меньше урона, пока не сделает атаку хвостом. А, ну вот, видимо, оно, да. Видимо, надо меньше его дамажить. Лучше тупо вообще его не атаковать, наверное, когда хочешь бомбы использовать. Именно две бомбы давать. Тогда он, видимо, должен по-нормально умирать. Без проблем. Возможно, в этом мем. Блин, сундуки были халявные. Пустые румы. Так, можно, пожалуйста, бомбу одну? Пожалуйста, одну бомбу. Спасибо, все. На мать мы идем, отлично. Залипательно. Халявные. Ну, типа, если бы Турум была первая, я бы мог забрать их. Я про это говорю. Типа, если бы я Туласом пришел, если бы это была Рума сразу на входе, тогда я бы смог бы их забрать. Просто не повезло, что она была позже. Так, считай, бесплатно. А! Вот, все же я смог. Все же я смог. Но я не думаю, что это, конечно, мне сильно поможет. Но посмотрим. Пая бомба.
Так, у нас 4 синих хпс в запасе. Значит, можно себе позволять всякое на этом этаже. Новый бусти. Спасибо, Софи, за подписку на бусти. Еще 3 месяца подряд сразу, походу. Спасибо. О, я успел. Я успел. Какая же, блин, это его быстрая, офигеть. Скоростная. Опа. Дамаг. Бобы. Кстати, подожди, у меня же был боб в этом забеге, да? Эх, могла быть синергия с бобом. Она же поди реально, наверное, синергирует, да ведь? Скорее всего, да. Упущенная возможность. Какая упущенная возможность? Редкая синергия была бы. Так, мне кажется, что автомат умрет, потому что там ролл есть. Мне деньги, возможно, нужны. Я могу паролить типа этими монетками, если не получится, я могу потом автомат взорвать. Так, вот это тоже я, наверное, буду делать. Ну, типа, 4 синих хп есть, я все равно без хп не останусь, правильно? Прям совсем без хп, так что, наверное, я могу себе это позволить. Больно, конечно, но... Значит, это реально больно. Реально больно, еще нихуя не прокает. Охуеть. Вообще ничего не прокает. Чем я с ним дерусь? Ну. Автомат, видимо, я не взрываю. Окей. Хорошо. Теперь минное поле, блядь. Подожди. Я очень быстрая. Очень быстрая Ева. Аккуратно. Я очень быстрая Ева. Одна ошибка, я дохлая Ева. Это будет грустно. Это будет не оптимально. Аккуратно. Аккуратно. Осторожно. До пижамки. Ой, все, и сразу уютно. И сразу хорошо. Все, нормально. Кози. Очень кози. Так, этого челика пофармить. Сразу уют. Таблетки. Две одинаковые есть. А. Я такую ел, я даже не пострелил. Даже не пострелил. Просто на автомате съел. Ну ладно, мне дальности хватает. Так, давайте ролить. Конжойн собирать пока вроде не планирую. Глаз брать не планирую. Блять, вот кубик брать я, наверное, все-таки планирую. Наверное, вместо лапы. Ладно. Предположим. А это прикольная штука, но что-то как... Что-то я жадный. Что-то я жадный. Это просто кёрса проверять. Ах ты... Ну хотя ладно, вейфе тоже заебись. Ладно, вейфе хорошо. Можно ключ с второй зафармить, паролить, но как будто это смысла мало имеет. А, да! Joker. Тут, кстати, я беру бесплатно. Кстати... Бесплатно, здесь можно брать все. Это не часть комнаты. Вау, битроял. Возможно, первый в файле. Это будет за Иуду Жанлук. Слушай, ну нормально тогда получилось. И Пандора, охуеть. А. Пандора! Wait, у меня деньги кончились. А, это. А, там ресток поломался, да? Он поломался. Он уже бахнул. Не, он уже бахнул. А, погоди. Погоди, погоди, погоди. Блять, у меня бомб нет. Батарейки я знаю, я хотел паролить в секретке. У меня бомб ни одной нет, офигеть. Вообще ни одной. Магазин одна. Надо будет угадать, да, тогда? Тут может быть больше, чем одна. Ну, может быть, ноль. Сука, ладно, не стоит того. Тоже байт. Так, здесь она может быть. Здесь ее не может быть. Здесь она тоже может быть, да? Сука. Я не угадаю нихуя. Ну, как будто здесь вроде адекватнее расположение, не знаю.
Я так и знал. Я так и знал, что не угадаю, блядь. В этой залупе, похоже, будет. Одна копейка, которую не забрать. Кнопка, подожди, кнопка. Бомба! Это бомба. Эта кнопка просто бомба. Это просто бомба. Сюда нахуй. Просто сюда нахуй. Хелсап мне не нужен. Так. Погоди, блядь. Подожди. Он тут не было нихуя. Хорошо, что я на этот мешок не повелся. Два ролла. Правда, не знаю, кнопка мне не особо нужна. Ну, как бы не, я, конечно, могу пойти вниз, типа, потому что кнопку найду, но там после говно открою. Ну, наверное, пойду, ладно, если будет кнопка, то, видимо, пойду вниз потом, пофиг. Носки. Бля, носки, я не могу не брать носки, они приятные. Они шерстяные. Не знаю. Ну как их не брать? Ладно, пофиг. Нормально. Забуду, да насрать, это хп все равно. Главное, что я получил хп, остальное не важно. Остальное вообще не важно. Сейчас я еще получу вон хп и дамаг. И вообще... И вообще кайф будет. Блять, Эйвас. Тут негде его использовать. Ну и ладно, мне телепорт, в принципе, не особо нужен. Кстати, клатча, по-моему, еще не видел. Кстати, да. По-моему, не видел. Терзы очень мало. Прям совсем мало. Нет, там еще были грибы, да? Подожди, надо вернуться. По-моему, там были грибы. Тут тоже грибы есть. Ака. Не! Только без костей. Не надо костей. Подвал скучный. Ну хотя ладно, подвал денежный. В принципе, не прям скучные. Бывали и скучнее. Так. Это кнопка номер один, полагаю, да? Все, удача пока живет даже. Надо же. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Господи, я отреагировал в какой-то веке. Я смог. Блять, там была бомба, серьезно. Не угадал. В этой руме мне пипец. Хотя... Нет. Ладно. Как же я живу, а? Как же удача живет. С ума сойти. Удивительно. Я чувствовал. Что-то острое. Что-то явно острое. Третий перец за день сегодня. Блять, как удачу не проебать? Как удачу не проебать, вопрос. У меня мантии нету. Так, круг позора сделали, все нормально. Тут все стабильно. Скинуть на входе? А я, по-моему, тут и так ее не потеряю, нет? По-моему, здесь удача не слетает, если... Блять, или я не помню. Веселее, так у меня появился вентилятор, потому что я веселый. Как можно быть человек с вентилятором не веселый? Это же абсурд. Вот без него я был очень злой. А теперь все нормально. Предыдущий он сдох. Дальше копать не стал. Полагаю, там движку пизда уже пришла просто. Он два года хуярил. Я то лето вообще хуярил нон-стопом просто сутками. По-моему, я вообще его не вырубал, по-моему, летом. Так что не мудрено. Тринка? А мне кажется, ее отберут. Но, кстати, ее лучше выкинуть, это правда. Ее лучше просто выкинуть. Всякие случаи. Не-не, все норм.
Пока сам не насру, по идее, все нормально будет. Я, ебать, взял вообще настольный Элминстер. И он как бы стоит у меня на полу. Но это нормально. Как бы это и была моя задумка изначально. Но его хватает. Он прям дует с пола, я прям его направил на себя, и прям хорошо. Типа у него как бы область, конечно, меньше, но типа, блядь, оно на меня дует, и похуй, мне больше и не надо. Я вроде не прям много дергаюсь пока на стуле. Так что вроде норм. Даже он на второй его скорости вроде хватает. И тихий. Кстати, удивительно, что он тихий. Он наоборот, хотя бы будет громче старого. Даже тише. Ну, заебало, блядь, огромные эти вентиляторы, не столько места, блин, сжирают. Вообще, как раз я сделал он перед сном, теперь как-то не хочется еще опять место все забивать хламом. Не, вроде нормально безлопастные, но просто это... Их хуй найдешь, блядь. Сейчас вообще их просто нету, нахуй, вентиляторов. Потому что ебаное лето, видимо. Просто нихуя вообще нет в наличии. У нас типа все ДНС и МВД, там просто нихуя нет. Либо по одной штуке там где-то за три пизды ехать. И все под заказ, и все стоит опять по 7 тысяч, блядь. И больше. Просто ёбнешься, блядь, с этими ценами. Все же надо и брать их по зиме, а не летом, вентилятора. Тип Дайсона. Бля, Дайсон там стоит, ну, как крыло, наверное. Самолета. Там Тефаль вроде поприкольный был. С того, что видел. Я какой-то еще балу какой-то видел за 5 тысяч, кстати, был. За насколько он адекватный. Балу. Балю. Вообще не знаю, что это за фирма. Но его тоже в наличии, по-моему, не было. Я мог пароли, кстати. Коробку, ну ладно. Пофиг. Что-то могу еще сделать на этом этаже? Могу. Могу матерью стать. Могу Пакигову забрать. Еще у меня была какая-то карта получше, у меня какой-то Хэнгитмен в руках. Лаверс. Лаверс может, в принципе, и не лучше. В общем-то. Да, ключ я вижу. Ключ. Спасибо, Грей, за 200 за комиссию. Спасибо. Здесь может. Ну-ка. Фрейл. Фрейл. Вижу. Там Теоседа нахватит надолго на YouTube кладывать? Я не знаю, там дохуя очереди. Как бы этот файл тоже пойдет на YouTube. Там, возможно, вообще до конца года будет забита очередь. Я не буду, скорее всего, больше Дэна выкладывать, как раньше выкладывал. Когда я себе начну нового. Я думаю, буду меньше забегов выкладывать. Меня заебало по 3 рана в день делать на YouTube. По-моему, нет этого никакого смысла. Думаю, один либо два забега максимум будет в день теперь, наверное, дальше. Это будет, правда, не скоро. Типа там вообще будет файл один выходить, один ран в день, скорее всего, с августа где-нибудь. Или с сентября. Там Эден, не знаю, к этому времени пойдет или нет. Начнется ли. Я себе разыгралась. Телос закончится, по идее, где-то в августе, наверное. Эден закончится... Когда-то. Довольно скоро, скорее всего. Там дней 20 осталось, наверное. Тоже где-то на начале на августа закончится. И там же пойдет файл новый, который сейчас идет. По одному рану в день будет. Пердеть. В принципе, и хватит. И контента хватит.
Он так и будет кататься. Окей. Вкусно. На толсте. Я тебе не скажу. Это секрет. Вот, приходи на YouTube и смотри. И тогда узнаешь. И тогда ты все узнаешь. Только там. Эксклюзивно. Только на YouTube. Thanks, Blanks. Thanks for the 7 months. Thanks for the primer. Вообще, а еще можно было пофармить, паролить, ну ладно. Вообще можно было, наверное, это сделать. Про носки, да, бля. Нет никаких носков, отстаньте. Какие носки? Я их не стал брать. Ладно. Бля. Ну это на один этаж. Если потеряю удачу, то, наверное, заберу. Что-то все же глупо сейчас сразу от отказываться. Я же думаю, не стоит того. Блин, а можно я глаза обратно верну из жопы? Ну, пожалуйста, я тут, может, меченый не вижу просто из-за ретровизиона. Вау. Мощный айтем. Ну, верните глаза. Да хотя, ладно, снова эфир. О, вернули глаза, подожди. Теперь посмотрю. Теперь я все вижу. Хотя, все, нихуя не вижу, потому что ебаный Darkness, все равно нихера не вижу. Особо ничего, в принципе, не поменялось в лучшую сторону так-то. Немного изменилось. Тут грид был. Черепа взрывать пофиг вроде. Только не в удачу. В удачу не бейте, пожалуйста. Мне еще до матери тащить. Бля, что тут сейчас все закончится? А, не, нормально. Нормально. Прожарка. Цап. 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 Пошел нахер. Пошел нахер. Окей. Дома. Нахуй. Тащи пофиг. Кстати, Тейден умер. Какой Тейден? А когда я делал стрик на Тейдене? Ай, бля. Ай, бля! А как это? А не, я понял, как какать. Нормально можно какать, все нормально. Все норм. Я разобрался. А, обычный Дэн. Да я там хуйню сделал. Я там без бомб остался. Свои ошибки. Поэтому стрик удалил. Тример обосрался. Не смог игру поломать. Ну, кстати, почти смог. Но там тоже обосрался. Так что я там везде обосрался. Господи, дюкошная. Ломаем? Может, поломаем, погоди. Надо три рола, да, по-моему, или два рола. Чтоб поломать. Ломаем библиотеку. А, у меня нет заряда, подожди. Печально. Это печально, что нет заряда. Нет! Не шлепай. Ушлепок. Не шлепай, ушлепок. Так. Так. Опа. Дай батарейку. Не батарейка. Сливка. По-моему, сейчас ролл уже будет в поломанный пул, по-моему.
Да, если ты получаешь урон, ты снова теряешь удачу. Даже если ты съел тринкет. Это никак не влияет на эту механику. Ебать, это уже поломалось полностью. Типа, даже если ты съешь тринку, это просто типа слот освобождает, грубо говоря. Просто плюс слот для тринкета. Но механика все еще на месте. Так, а порулю ли я еще раз? Хочу мантию нарулить. Это моя мечта. Нарулить мантию. Вот был бы кайф. Где кто? А. Ладно. Рума сама себя, по-моему, прошла только что уже. Кстати, опять этот, как его? Эти пикак. Мое любимое. Вообще, было бы неплохо, знаете, что? Было бы неплохо найти телепорт, кстати. Вот что было бы неплохо сделать. У меня же вейфер, у меня хп до хера. Я могу в теории после матери улететь в Даркрум и там гилю попробовать пройти Мегастена. Ну, то есть, как бы, пошел же Мегастена пройти. Ну, типа, ради дилия могу пройти еще Мегастена попробовать. Это могло быть бы неплохой идеей, могло было бы быть... Опять ложка, опять спринклер, опять одни и те же айтемы. Ну что-то как-то все грустно здесь, не знаю. А можно еще один ролл? Я вроде, кстати, видел энергию, да, в этом сиде, только я не помню, какая была энергия. Какая была таблетка с энергией. Я ее не помню. Ну вряд ли бело-голубая же, да? Явно даже не она. Нет! Аккуратно. Блять, что? А, я ебал. Потому что эпика это хуйня, а не айтем. Сегодня я уже брал эпикак, и ран был такой хуёвый, блять. У меня, сука, в забеге был Сахарит, Белиал, Бэкстеббер. И типа... Он нахуй пошел, потому что у меня ебаный эпикак был конченый. Который мне нихуя не дал никак это нахуй реализовать. Ни то, ни другое, ни третье. Все, блядь, мимо пошло из этого ебаного эпикака конченого. Кусок говна. Блядь, нельзя было сундук открывать, я забыл. Я забыл! Блядь, ну и ладно. Заскамили. Заскамили мамонта. Я забыл. Я телепорт хочу найти. Либо батарейку. Да хотя бы батарейку одну, а. Где с камеры? Я не с камеры. Где нахер? Сам ты с камеры. Ладно, заберу рыбы. Похуй. Видимо, ничего лучше не будет. Потому что я потерял эту хуйню. Redemption потерял. Который мне дает на старте нового этажа хп синий дамаг. Да, айтем, который редко вообще кто-либо использует, потому что ты его видишь раз тысячу лет. Тут это параша. Вот это. Вот это вон. Крестик. Типа ты не можешь брать айтем и... Ты не можешь, короче, трогать ничего. Что есть на входе на сделку. То есть любые айтемы, хп, сундуки. Если ты их не будешь трогать, то ты на старте нового этажа получаешь синий хп и дамаг. В этом случае. И кайфуешь. Будет ролл? У меня не будет ролла все равно. Я же не смогу обратно вернуться. У меня будет только два ролла. У меня будет 5 зарядов. Даже в этом случае. Совет хуёвый, даже в этом плане, что я не могу никак на этаж обратно вернуться. А, погоди, я не видел вторую скамью, а вот это более уже, кстати, резонный совет. Это более адекватный совет. Это правда. А это правда. Тут тоже нихуя нет. Сделать белое хп, нахуя, не знаю, но пусть будет.
Мне телепорт нужен, вот чем и надо. Я очень хочу шипы найти в Корпсе 2. Я не могу выходить с игры, потому что мы играем как белые люди в этом файле. Без обузов. Ладно, может найду, в принципе, еще два этажа есть. Смотрим. Может и так найду. Капец, мало терзую. Печально. Печально. Если бы я куда вышел. Кто куда вышел? Нихуя не вижу. Потому что абуза это античил. Абуза это пот. И абуза это плохо. Ой, блядь. Ой, блядь! Спаун говна. Работает. Ну, типа, если ты после матери в игру перезаходишь, ты можешь обратно на этаж вернуться. Ну, которая в корпусе 2. У тебя дверь обратно появляется на выход на этаж. Если ты перезаходишь в игру. Иначе это никак не сделать. Только телепортом. Не знал. Now you know. Это вторая гэби-часть. Нет, там нихуя таймить не надо. Это буквально просто перезаход. После конца файта. Это не какая-то там фрейм-перфект хуйня. Просто перезаход и все. Никак типа там с мегасценами или со зверем, или там всей остальной хуйней, что мы делаем на спидране. Там вообще ума не надо. Ну да, такой абуз не потный, да. Это абуз менее потный, чем все остальные. Такой чильный абуз на самом деле, да. В принципе, чильный абуз. Не запарный. Мозга очень мало надо, это правда. Мозга надо не очень много для него. Даже я могу с ним справиться. Блять, не дала там. Не дал паролить. Блять, рукомен. Я ел в этом забеге телепилс? Не помню, наверное, нет. А, муха ёбнулась об стену или что ее ёбнула, я даже не понял. Обо что она умерла. Или просто по приколу. А, кстати, может от паука. Ладно, может от паука на самом деле. Нихуя себе. А знаете что? Кстати, на самом деле нихуя не поменялось особо. Что? А нихуя. Лучше бы взял косы, вот что. Лучше бы взял косы, ну похуй. В принципе, это тоже одно и то же. Это тоже одно и то же. Гапи хотел, ну да. Может быть, Гапи было бы. Не знаю. Ну, типа, и так таран пройдется уже, думаю, в любом случае. Косы уже тоже ничего особо не поменяют, наверное. Плюс терзы очень мало. Терза просто конченая. Поэтому что-то не сильно захотел брать косы. В общем, гапи, по идее, есть. Ну, полу-псевдо-гапи, ладно. Не до гапи есть, у меня он паразитует, он с удачей хуярит, как бешеный просто. Бешеный просто хуярит. Я реально что-то как-то вид забег прошел с этой удачей. Удивительно. Такое тоже не каждый день увидишь.
Ну, шипов у нас уже не будет. Опять, наверное. Пока что-то не видать. Бедбужек. Убежать. А где? Дапи? Предан-то. Нету Гапи. Ни Гапи, ни шипов, ни телепорта. Увы. Увы. Погоди, секретка? Где она, блядь? What? Я не понимаю. Да, я скрыли. Чё этаж огромный? Просто этаж гигантский. Есть? Секрет? Смешно. Блядь! Всё же проебал. Всё же проебал. Эх, прям перед боссом. Блин, ров дохуя, рулить нечего. Все. Теперь раз в 1000 ли будем стрелять. Не, шипов все же, по-моему, нету. Не, шипов явно нет. Блять, меня заебало с интегратирой там нахуй. Проще самому проверять. Нихуя там насрали. Здесь? Я проки не чувствую. Их не вижу. Окей, нету. Здесь. Здесь есть. Эх, ну ладно. И так пойдет, наверное. Да насрать мне уже. Мне уже насрать, ей-богу, мать. Что похуй. Не хитло сразу. Кстати, почти, слушай. Долго. И боролись долго. Кстати, на самом деле, я же удача получил, кстати, позже я поебало получал. Я там получил удачу на кейс запом. Так что это уже не был хитлый сторон, по сути, это. И так не был. У меня вопрос. Сегодня в магазин АБ1 нашел диплу и вайлдкарту. Когда ломал скетки локап, у меня каким-то хуем из одной вайлдкарты стало 3. Как такое могло получиться? Не знаю. Может был тринкет на повторение карты, который Endless Nables. Что-нибудь такое. У меня больше идей нет, как такое могло произойти. Из звучит довольно странно. Типа ты обычно тупо свою вайлдкарту типишь и все. У тебя всегда две вайлдкарты. По идее. Типа одну жмешь, вторую диплишь. При нормальных условиях. Ой, рандолги получился. Офигеть, рандолги. Ну ладно. ГГ. Нормально, Ева. Но без дилида. Дили не было. Одно плохо.